Помним каждое упражнение, ни в коем случае не через боль. Все до дискомфорта в той амплитуде, которая у вас получается. Потихоньку начнем. Носочки на себя, от себя. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. Ноги немножко пошире, чуть-чуть, как смогли, как суставы нам дали. И внутрь, наружу. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, немножко пошевелим суставы, семь, восемь, девять, десять. И работаем чуть-чуть носками, потряхиваем, чтобы у нас сустав покрутился. Еще. Так, небольшие движения. Не через боль. Как можем, пусть это будет хотя бы чуть-чуть. Сделаем. Сомкнули вместе. И немножко в одну, в другую сторону. В одну, в другую. Вправо, влево. И один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабим. Носочки сомкнули, развили. Сомкнули, развили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. То есть, в отличие от первого, где ноги были пошире, здесь пяточки вместе, только расходятся носочки. Отлично. Снова ноги пошире. И вращаем. От себя внутрь на себя. От себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Передохнули. Ноги поуже. Сгибаем по очереди колено. Чуть-чуть. Одно. Другое. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Таз, как видите, почти без движений. Чуть-чуть там маленькие-маленькие движения. Кровоток улучшает. И обе ноги. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Передохнули. Маленько колени потрясли чуть-чуть. Поддержим это. Поддержим. Чтобы у нас вот это все посотрясалось. Кровоток туда улучшался. И тянем вниз правую ногу. Меняем левую. Движение тазом у нас получается. Один. Два. Три.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передохнули. Расслабились. Обе ножки постарались аккуратно согнуть. Чуть-чуть. Вот они. Держим стопы вместе, колени вместе. Если плохо сгибаются, в стеночку или ножки пусть кто-нибудь придержит, чтобы они у нас хотя бы, ну, немножечко были согнуты, хотя бы даже пусть вот так. И разводим коленки. Раз, можно руками страховать. Немножко. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10. Чуть-чуть ноги пошире друг от друга. И по очереди внутрь. Одну. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. И потрясли. Потрясли. Поддержим это. Коленки друг от друга. Немножечко, немножко. Отдыхаем. Расслабляемся. Выпрямили ноги. И потяжелее упражнение. Неработающие суставы — это не повод слабым мышцам быть. Мы будем укреплять мышцы, чтобы после операции вы были в тонусе, в хорошем. И давайте, насколько можем. Мы будем держать 10 секунд напряжения. Если вы смогли меньше, пусть начнем хотя бы с этого. Поднимаем прямую ногу правую немножко, чуть-чуть, вот над носком левой, вот так. И держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдыхаем. Меняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдыхаем. Маленько встряхнули мышцы. Потрясли ногами. Хорошо. Поехали дальше. Снова коленки согнули, насколько можем. Согнули. Взяли подушечку, можно из-под головы любую, можно взять мячик, можно любую подушечку, между ног поставим. Вот так. Пусть у меня будет, например, такая. И сжимаем коленки. Раз, два, три, четыре. Давим колени. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Любая подушка подойдет, абсолютно. Передохнули. Второй подход. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передохнули. И третий у нас будет, мы будем 10 секунд держать напряжение. Сжали и держим. 1, 2, не расслабляя. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдыхаем. Подушечку забираем. Под голову кладем пока. Немножко встряхнулись. Отлично. Если у вас хорошо получается, дополнительно вы можете, я показывать не буду, но дополнительно, между ног обмотать резинкой или эластичным бинтом и разводить ноги, чтобы укрепить наружную поверхность бедра. Вот это все. То есть мы берем резиночку и растягиваем. Я поработаю без резиночки пока. Ноги немножко пошире и разводим. Раз, я руки положил для давления. То есть поддавливаю руками. Вы можете, еще раз повторюсь, резинку использовать.
Раз. Давим руками. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ножки выпрямили. Немножко поболтали. Плавно, потихоньку мы поворачиваемся на бочок. Здесь нам понадобится, можно положить плед, можно положить вот эту мягенькую подушечку. Полубоком, чтобы суставу больно не было, работаем бочком вот эти. Внизу ножку подсогнули. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Держим напряжение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передохнули. Расслабились. И еще один такой же подходик сделаем. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если вам тяжело, делайте сколько можете. И передохнули, нас подождали. Продолжаем. И также 10 секунд поддержим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Плавно, потихоньку поворачиваемся на другую сторону. Также полубоком. Плед, подушечка, как вам угодно, но мягонько, чтобы было лежать вам. Нога прямая. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Передохнули, держим напряжение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдыхаем. Второй такой же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И держим напряжение. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Отдыхаем. Потихоньку поворачиваемся на живот. Через здоровую сторону. Плавно, плавно, потихонечку повернулись. Сгибаем колени по очереди. Одну ногу, насколько можем, другую. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Обе сразу ноги. Один, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Передохнули, маленько тазом пошевелили в одну, в другую сторону.
не резко, покачивая таз. Чуть-чуть, как бы стараемся в сторону, так чуть-чуть его маленько поперекатывать. Еще. И насчитаем до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отбрасываем ногу в сторону, чуть-чуть, одну. Другую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте вот так. Прямая нога по очереди вверх. 1, 2, невысоко. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сгибаем правую ногу. И работаем 10 раз правой ножкой вверх. Поехали. 1, 2, 3. Не обязательно взлетает, просто напрягаем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Немножко встряхнулись, пошатали, потрясли ножками чуть-чуть. И самое тяжелое. Правая нога прямая. 10 секунд держим на весу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сгибаем. Держим немножко для напряжения. Не обязательно даже поднимать, пусть напряжена будет просто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сколько получилось? Ничего страшного, пусть это будет маленько. И маленько потрясли ножками. Потрясли. Тазом потрясли. Все. На сегодня нам достаточно. Это был очень маленький легкий комплекс для тех, у кого уже не избежать операции, у кого 3-4 стадия артроза. Но суставы нужно двигать, обязательно, чтобы был мышечный тонус. Чтобы когда суставы вас заменили, мышцы были крепкие, не атрофированные, и вы смело дальше с уже с замененным суставом, с эндопротезом могли бежать, радоваться жизни, и все было отлично. Всем спасибо, до свидания.